Киберщит или виртуальная угроза? Чем может обернуться для казахстанцев установка сертификатов безопасности? 50 на 50. Ровно половина всех дорог республиканского значения в Казахстане станут платными. Мобильность прежде всего. 17 миллиардов тенге потратили на покупку машин для государственных служащих. В добрый путь. В Казахстане намерены искоренить дефицит билетов за счет увеличения количества вагонов. Помним, скорбим. Ровно год назад не стало фигуриста Дениса Тена. На телеканале «Атамикен Бизнес» главные новости в студии Мария Мукпанова. Здравствуйте. В Боровом на склоне горы Жеке-Батыр в 15 километрах от Щучинска загорелся лес. Как рассказал руководитель областного ДЧС Алексей Советов, на месте работают 75 спасателей, 40 сотрудников лесной охраны природного парка «Бурабай», 6 единиц спецтехники, в том числе вертолеты. С воздуха сбросили порядка 50 тонн воды. Сложность в том, что приходится бороться с огнем на высоте более 800 метров, поэтому туда не могут подъехать пожарные машины. Сообщается, что аким области Ермек Маржикпаев прибыл на место происшествия, прервав рабочую поездку по районам. К счастью, пожар удалось локализовать, ведутся дальнейшие мероприятия по тушению. Достигнута предварительная локализация. После этого пожарным десантом с использованием ранцевых огнетушителей непосредственно в очаг возгорания осуществлено тушение. В течение ближайших суток будут осуществляться караулирование подразделениями лесных хозяйств, ГНПП «Бурабай», а также Государственной противопожарной службы, департамент ПЧС. Предварительный пожар будет устанавливать потом в дальнейшем комиссия. 90% скорее всего это человеческая халатность. Бывший генеральный директор национального парка Сайрам Угамский в Туркестанской области подозревается в мошенничестве. Как сообщили в департаменте агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент, начальник, используя свое служебное положение, получил от своих заместителей 460 тысяч тенге и 800 долларов. Причем подчиненным он заявил, что деньги предназначаются для вышестоящего руководства. В настоящее время подозреваемый полностью признал свою вину. Окончательный вердикт в отношении всех участников с определением степени их виновности будет вынесен судом. Коллеги и пациенты встали на защиту казахстанского трансплантолога Ганея Кутамуратова. Напомню, врач подозревается в незаконном изъятии и продаже органов. Мужчина больше 3 месяцев находится в СИЗО, ведется расследование. Сегодня на пресс-конференции медики обратились к правоохранительным органам с просьбой отпустить задержанного под подписку о невыезде либо под залог. Все они настаивают, доктор не мог пойти на такое преступление. За несколько лет работы Кутамуратов зарекомендовал себя только с положительной стороны. Коллеги и пациенты доктора намерены направить коллективное письмо в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел. Сертификат безопасности может оставить данные пользователей без защиты. Так считает президент интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров. По его словам, злоумышленники смогут беспрепятственно пользоваться личными данными пользователей, включая личную переписку и даже данные финансовых инструментов. Накануне жители страны стали получать СМС-уведомления с просьбой установить ключи шифрования для безопасного пользования интернетом. А уже сегодня в сети идут бурные обсуждения. Аргументы экспертов выслушала Амина Абдрахманова. Безопасное подключение к интернету и защита персональных данных. Это гарантирует казахстанцам при подключении сертификата. Накануне пользователи мобильной связи получили СМС-уведомление с просьбой установить в телефонах специальное программное обеспечение. Пока абоненты раздумывают о том, для чего это нужно и нужно ли устанавливать его в свои устройства, эксперты поставили под сомнение безопасность данных. По их словам, хакерам не составит особого труда взломать сертификат. Тогда все, что хранится в телефонах пользователей, окажется в открытом доступе. Тогда, как говорят специалисты, найти виновных, к примеру, публикации личных фото или даже хищений с банковских карт будет практически невозможно. Угроза того, что
сертификат может быть взломан или подделан, она оказывается намного страшнее, потому что в этом случае попадаем не просто мы с вами простые, попадают и сами чиновники, которые ходят, читают Facebook и которые из дома тоже заказывают себе на AliExpress и работают банковскими инструментами там для оплаты и так далее. Оказывается, попытки внедрить подобные сертификаты предпринимались и в других странах, но все они потерпели фиаско. Так, в 2011 году программу взломали в Иране. Немногим позже хакеры получили доступ к сервисам компаний Mozilla и Google. Попытка установить подобные программы для государственных органов в Нидерландах тоже не увенчалась успехом. А вот в Казахстане внедрить сертификат безопасности пытались еще 3 года назад. Однако тогда, по словам экспертов, проект не был доведен до ума. Теперь новый разработала Государственная техническая служба Комитета национальной безопасности. В ближайшее время пилотный проект намеревают внедрить в городе Нур-Султан. Мы должны обезопасить наших граждан, то при посещении вот таких незащищенных интернет-ресурсов и ресурсов не произойдет утечка данных непосредственно с вашего устройства. Для этого вы по желанию можете установить и закачать от провайдера. Можете не устанавливать сертификат, тем самым интернет у вас не отключится, да, то есть у вас будет полный доступ. Между тем, представители мобильных операторов говорят, что, уведомляя своих клиентов, они исполняют требования закона. А вот устанавливать сертификат на свои устройства или нет, решать должны сами пользователи. В случае утечки данных, поставщики связи обещают помочь разобраться. Каждый такой случай нужно расследовать. То есть, если вы обнаружили, что ваши данные, они куда-то утекли, как вы говорите, вот, то нужно обратиться к своему оператору, да, сказать, что вот я подозреваю, что что-то происходит с моими данными, и оператор должен открыть расследование, открыть кейс и разобраться, что за данные, куда ушли и как это произошло. В Центре анализа кибератак говорят, что сейчас в Казахстане для обеспечения безопасности уже используются сертификаты. Правда, они иностранные. Для полной защиты государства внедряют программу местного производства. А степень доверия ложится именно на плечи производителя. Вместе с тем, для государства, по словам экспертов, это дополнительный инструмент контроля. Я так понимаю, что ввиду отсутствия результатов, отсутствия возможности найти другие решения, да, этой проблемы, то есть такие как налаживание тесного взаимодействия там, с иностранными организациями, там, спецслужбами, либо владельцами сертификатов, государство было вынуждено пойти вот, на решение этих задач этим путем. По словам экспертов, проект внедрения сертификата безопасности будет тестироваться в разных регионах страны до конца 2020 года. А вот настораживает специалистов то, что это программное обеспечение разработано с минимальными затратами, и это самый простой вариант сертификата. Амина Абдрахманова, Нурлан Досмагамбетов, Наргиз Муратова, телеканал «Атамекен Бизнес». Ровно половина всех дорог республиканского значения в Казахстане станут платными в ближайшие 3 года. Как заявил сегодня на брифинге глава компании «КазАвтожол» Улан Алипов, к 2022 году взимать плату за проезд начнут еще на 32 участках. Таким образом, общая протяженность платных дорог достигнет 12 тысяч километров. При этом вся сеть республиканских дорог в стране насчитывает всего 24 тысячи километров. Напомню, плату уже взимают на 4 участках общей протяженностью 682 километра. По словам Улана Алипова, введение платности на дорогах снизит нагрузку на республиканский бюджет. В то же время сейчас на содержание автомобильных дорог деньги выделяются из госказны. По выделению средств у нас ежегодно выделяется около 300 миллиардов тенге на реконструкцию и восстановление всех дорог республиканского значения. Пани. Также председатель компании сообщил, что теперь и строительство придорожных санитарных узлов намерены осуществлять не за счет госбюджета, а на средства инвесторов. Мы хотим дойти до норвежского уровня. Вот сейчас разработали стандарт. То есть, если раньше мы за бюджетные деньги строили и потом содержали, опять-таки, бюджетные деньги на это тратили, мы сейчас хотим, чтобы инвестор сам пришел, за свои деньги построил. В Казахстане внедряется новая система продажи билетов на поезда. Об этом сегодня заявил национальный перевозчик «Казахстан Теміржолы». Теперь казахстанцы, задумавшие путешествие по железной дороге, могут встать в лист ожидания. А перекупщики не смогут заранее выкупать электронные билеты. Подробнее расскажет Мюльдер Абдуалиева.
В летний период в путешествие по железной дороге отправляются от 7 до 8 миллионов казахстанцев. И если одних деятельность национального перевозчика устраивает, то другие недовольны отсутствием билетов в разгар каникул и отпусков. Еду до Алматы, да. Нашла билет обратный, слава богу. Все хорошо. Например, оттуда мне вернуться сейчас, билетов нет. Нет билетов. Вот так вот, безобразие. В Казахстане Маржола проблему дефицита билетов признают. Виной тому называют нехватку вагонов и перекупщиков. Для борьбы с последними меняется система продажи билетов. Внедряется так называемый лист ожидания, который позволит казахстанцам при отсутствии билетов встать в электронную очередь. При появлении свободных мест система информирует пассажира сообщением на электронную почту и предоставляет 2 часа для выкупа. Также управа нашлась и на создающих барьеры перекупщиков. Перекупщики действовали именно очень тесно с частными кассами. У нас по Казахстану 233 касс, которые относятся к пассажирским перевозкам, и 4500 частных касс. Раньше перекупщик он выкупил для себя, потом тут же сдает через частную кассу. Кассир опять начинает быстро-быстро кликать, ловит этот билет и перепродает. А сейчас, если 5 раз ты за 30 секунд отправил однотипный запрос, у тебя блокируется касса на 5 минут. Кроме того, представитель национальной компании сообщил, теперь билеты можно приобретать за 45 дней до поездки. Их продажа ежедневно стартует в 7 утра. Также национальный перевозчик намерен увеличивать количество пассажирских вагонов. Сейчас на его балансе 2229 вагонов, половина из которых устарели. Но увеличивать количество поездов в компании планируют ежегодно, заменяя старые вагоны на усовершенствованные. В этом году планируется произвести 63 вагона, вот 25 вагонов, из которых первая партия сегодня вот отправляется. Мы специально организовали дополнительные поезда, поскольку в летний период у нас очень высокий спрос на перевозки, поэтому мы специально организовали 2 дополнительных поезда по маршруту Нур-Султан-Алматы. В дальнейшем эти вагоны будут направлены на социально значимый маршрут Алматы-Маңғыстау. Это самый протяженный маршрут у нас в Казахстане. Автоматически открывающиеся двери, камеры видеонаблюдения, микроволновые печи. В национальной компании «Казахстан Теміржолы» обещают, ежегодно будут эксплуатироваться по 100 новых вагонов отечественного производства. Мальдураб Дуалиева, Марат Бисов, Акбар Сабиржанов. Главные новости от «Атамекен Бизнес». Туристский информационный центр Алматы и одна из крупнейших мировых платежных систем договорились о совместной работе по привлечению иностранных гостей в южную столицу. Проект будет направлен на развитие безналичных платежей. По мнению авторов идеи, повсеместное внедрение современных систем оплаты позволит повысить привлекательность казахстанского мегаполиса для туристов. Тимур Ермашев выяснял, как скоро иностранцы смогут приезжать в нашу страну без наличности и даст ли это импульс увеличению потока туристов. Путешествия без наличности давно стали общемировым трендом. Сегодня, отправляясь за рубеж, уже не обязательно запасаться местной валютой, если, конечно, в стране пребывания развита соответствующая инфраструктура. Казахстану в этом плане еще есть куда расти. Мы хотим сделать так, чтобы по приезду, ну, сейчас мы говорим о туризме, так как мы визит Алматы и обслуживаем туристов, чтобы турист не испытывал трудностей. В размене денег, как снятие с банкоматов и так далее. То есть он как приезжает в аэропорт и начинает двигаться оттуда, везде мог бы расплачиваться, ну, хотя бы банковской картой. А в лучшей перспективе это будет расчет при помощи Apple Pay, то есть при помощи телефонов, когда карточки вообще не понадобятся. Для этого управление туризма Алматы начало совместный проект сразу с несколькими заинтересованными компаниями и частными банками. Одной из первых на предложение о сотрудничестве откликнулась компания Visa. Они готовы предоставить своим казахстанским партнерам техническую поддержку, необходимую для внедрения повсеместной системы безналичных платежей. В партнерстве с визит Алматы мы делаем акцент на развитии инфраструктуры, поскольку современный туризм – это человек с возможностью оплаты, которая у него либо в телефоне, либо в руках в виде карты, и наличие инфраструктуры – это современный способ пребывания его в любой стране, поэтому мы хотим помочь визит Алматы и Казахстану в развитии безналичных платежей. Однако, по мнению турагентств, для увеличения потока туристов одного отказа от наличности мало. На данный момент отрасль испытывает куда более серьезные трудности, чем отсутствие возможности безналичной оплаты. Ситуация настолько сложная, что Казахстан не может удовлетворить спрос даже со стороны внутренних туристов, не говоря уже об иностранных гостях.
Во-первых, должна быть инфраструктура, должен быть хороший транспорт, хорошие дороги, потому что иностранные туристы, это, как правило, не то что капризные, это люди, которые платят и хотят видеть, за что они платят. А единожды приехав сюда и уехать, знаете, с таким настроем, что того нет, этого нет, тех же туалетов примитивных, да? Что касается идеи превращения Казахстана в зону безналичного комфорта, то и здесь есть свои сложности. Поскольку наиболее перспективным в нашей стране считается экотуризм, то здесь авторы проекта столкнутся с элементарным отсутствием интернета и мобильной связи. А как известно, без этого ни о каком внедрении современных систем оплаты говорить не приходится. Тимур Ермашев, Даурен Хаджибаев, Нурлан Досмагомбетов, телеканал «Атамекен Бизнес». Только на трех пляжах в столице официально разрешено купаться, причем все они платные, и стоимость их посещения варьируется от 700 до 1000 тенге. Есть еще 23 участка, на которых купаются горожане, однако в полицию предупреждают, это чревато штрафом, поскольку на них не соблюдается техника безопасности и нет необходимого оборудования. Ежедневно сотрудниками КЧС проводятся рейды по несанкционированным участкам с водоемами, где для нарушителей проводят разъяснительные работы, а особо непослушных даже штрафуют. В одном из таких рейдов побывала наша съемочная группа. Ежедневно под изнуряющим солнцепеком волонтеры в погонах, как они сами себя и называют, объезжают запрещенные для купания места. Всего в Нур-Султане 23 таких участка, и только в трех местах купаться официально разрешено. Для любителей поплавать в необорудованных для этих целей водоемах предусмотрен штраф в размере 2 МРП. Однако пока местные инспектора ограничиваются только предупреждениями. На первый раз дает предупреждение, после второго раза будет уже привлекать к административной ответственности. В этом году детей из числа погибших у нас нет, то есть в основном это взрослые и в основном по своей же вине. За период купального сезона спасено 11 человек, то есть также люди, не соблюдая свои элементарные правила поведения на воде, подвергают себя опасности. И чаще всего это замечают прохожие, люди вызывают спасателей. Кто-то бывает такие случаи, когда люди сами проявляют храбрость, спасают людей. Несмотря на это, ежедневно на территориях, запрещенных для купаний, можно заметить большое количество людей. Сами отдыхающие возмущаются визиту сотрудников полиции, ссылаясь на отсутствие запрещающих знаков вблизи водоемов. Нет. А тут что, знаки какие-то стоят или что-то? Где? Вы хоть один видели хоть раз? Я сколько хожу сюда, ни раз не видел знак какой-то или что-то. Вот это в первый раз вот вижу милицию здесь или что-нибудь такое. Да? Всего по городу, как утверждают сотрудники КЧС, установлено около 140 знаков, запрещающих купание, и около 20 информационно-разъяснительных стендов. Однако сами отдыхающие, чтобы избежать наказания, попросту срывают и уничтожают эти знаки. Жителей столицы не меньше интересует и вопрос о том, почему в городе так мало оборудованных пляжей. Причем все они платные. В этом году лето жаркое, и желающих остудиться в прохладной воде слишком много. По подсчетам специалистов, в день на пляже прибывает до 1000 человек. Платные, взрослые 1000 тенге вроде бы, а детские 700. Ну, для вас это каждый день? Ну, прикиньте, каждый день вот так вот по 700, по 1000 тенге отдавать. Просто чтобы покупаться. Во избежание несчастных случаев на городских пляжах ежедневно курсируют более 20 водолазов-спасателей и более 10 единиц плавательных средств. В нынешнем году проведено уже более 130 рейдов, и продолжатся они до конца сезона. Динара Канжигалинова, Виктор Джигерис. Главные новости. Телеканал «Атамекен Бизнес». С начала года для нужд государственных органов было приобретено 2300 транспортных средств казахстанской сборки на сумму свыше 17 миллиардов тенге. Такие данные сегодня на брифинге в Алматы привел директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Артур Мискарян. По его словам, сейчас автомобильная промышленность на подъеме. Так, с начала года уже произведено 20 тысяч автомобилей на сумму почти 145 миллиардов тенге. До конца года, по прогнозам объединения, эта цифра умножится на 2. К слову, для дальнейшего развития отрасли в стране необходимо стимулировать льготное кредитование, считают в Союзе предприятий автомобильной отрасли. Развитие автопрома любой страны на этапе становления, а казахстанский автопром на сегодняшний день переживает именно этот этап, оно требует определенных мер стимулирования и мер поддержки со стороны государства.
Здесь стоит отметить, что, например, действующая программа льготного кредитования у нас в Казахстане, она работает на финансирование этой программы, осуществляется на возвратной основе. Минздрав препятствует деятельности частных лабораторий в проведении анализов на ВИЧ. Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий обратилась в Национальную палату предпринимателей «Атамикен» с просьбой предотвратить таким образом создание монополии. Отметим, что сегодня проводить анализы на выявление СПИДа могут только государственные лаборатории. Госмонополия в этих условиях, о которых я сказал, она неуместна. Поэтому предложение «Атамикена» простое. Ликвидировать государственную монополию на скрининг анализы ВИЧ-инфицированных. Второе. Разрешить работать как государственным, так и частным лабораториям в этой сфере. В свою очередь, по мнению вице-министра Лязат Актаевой, у частных лабораторий нет необходимого оборудования и качественных кадров для обеспечения полной достоверности анализа. А государственные лаборатории имеют возможность централизовать данные анализов и вести учет зараженных в разрезе всей республики. По данным Минздрава, ежегодный прирост носителей ВИЧ в Казахстане составляет 2,5 тысячи человек. Сейчас СПИДом заражены 26 тысяч граждан. Вопрос, опять же, качества. Нам важно обеспечить информативность данного анализа. Информативность анализа, то есть его достоверность. Анализ отрицательный или положительный? Вот. Чтобы не было ложноположительных, ложноотрицательных результатов, это то есть недостоверных результатов, необходимо их централизовать там, где есть кадровый потенциал и соответствующая материально-техническая база. Поэтому для того, чтобы государство могло контролировать распространенность ВИЧ-инфекции, принято решение, что там, где есть так называемые центры компетенции, это центр СПИД, проводится этот обследование, куда доставляете пьюри. В Нур-Султане прошел семинар и обучающие мастер-классы для столичных бизнес-вумен. В течение 2 дней предпринимательницы осваивали основы правильного ведения своего дела. Тренинги ведут известные коуч-тренеры страны, делятся информацией представителей банков и фондов поддержки бизнеса. На мероприятии приняли участие около 50 женщин. Все они сегодня получили сертификаты. Организатором семинаров выступила Национальная палата предпринимателей «Атамикен». Отметим, что проводимые палатой мастер-классы являются бесплатными. Вместе с тем, обучение предпринимательниц проходило в игровой форме. Через тесты и задания бизнес-вумен учили составлять бизнес-планы, как правильно находить потенциальных клиентов, создавать рекламу и проводить бизнес через интернет. Безусловно, без обучения, без придания определенных навыков, умений, женщинам будет очень трудно вести какой-либо бизнес. Сами понимаете, безусловно, для бизнеса нужны будут юридические знания, финансовая грамотность, кроме того, различные другие умения, навыки. Со всем этим постараются познакомить наши высококвалифицированные тренера, которых мы пригласили. Это тренера, которых знает очень много людей бизнеса и которые умеют очень грамотно и доходчиво донести это до слушателей. Теракт в центре столицы. По меньшей мере 8 человек погибли, больше 30 получили ранения при взрыве у здания Кабульского университета. В основном жертвами стали студенты. Устройство сработало именно в тот момент, когда к зданию вуза подошли учащиеся. На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт. Напомню, днем ранее взрыв прогремел у полицейского участка в Кандагаре. Погибли 12 человек. Между тем, в японском городе Киото началось расследование пожара в анимационной студии. Со вчерашнего дня число погибших возросло до 33 человек. Еще 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель города Шинджи Оаба. По словам мужчины, поводом для поджога стала месть. Оаба обвиняет сотрудников студии в краже идеи его романа.
Руководство ВОЗ объявило вспышку эболы в Конго. Чрезвычайной ситуации эксперты призывают принять срочные меры. Согласно последним данным ООН, ежедневно в африканской стране регистрируют 12 случаев заражения. За последние несколько месяцев скончались более 1500 человек. Напомню, вирус впервые был выявлен в Африке в 1976 году. В основном он передается через кровь и слюну. Год назад в этот день трагически погиб известный казахстанский фигурист Денис Тен. Он был олицетворением отечественного фигурного катания. И во многом благодаря ему этот вид спорта стал популярным в стране и привлек внимание всего мира к Казахстану. Не случайно именно Денис Тен стал официальным послом олимпийской заявки Алматы-2022. Он был первым в истории представителем Казахстана, выигравшим медали мирового первенства по фигурному катанию. Первым отечественным фигуристом, который завоевал награду Белой Олимпиады. Ледовое шоу с участием мировых звезд фигурного катания Денис Тен и друзья пользуется феноменальным успехом. Признанные специалисты мирового фигурного катания считают это шоу лучшим по организации и самым сильным по составу участников. Семья Дениса Тена решила продолжить традицию, и в этом году звезды мирового фигурного катания, друзья Дениса, выступят в Алматы в честь его памяти. Я считаю, великая трагедия. Трагедия не только для болельщиков, любителей Казахстана. Это вообще трагедия для фигурного катания мирового уровня. Потому что Денис был не только первой ласточкой для вас. Но Денис еще и был интересен просто как спортсмен. Поэтому для нас это большая потеря.